Проверим, хорошо ли вам меня слышно и видно ли самое главное на экране, да, вот то, что сейчас загружена фотография. Мирослава готова, все, плюсики есть, чудесно. Спасибо. Так, замечательно, значит, хорошо, что... Так, ой, а кто-то мне подвинул зачем-то, сейчас, секундочку. Так, да, я, наверное, начну с видео, но сначала хотелось бы представиться. Меня зовут Виктория Зволинская, и я представляю отель «Дайсков», который расположен на Крите. Мои контакты будут в конце презентации, поэтому обязательно тем, кому необходимо будет задать либо вопросы здесь, соответственно, да, можно сразу по ходу презентации, либо уже после, если что-то понадобится, моя какая-то помощь, поддержка, или просто задать вопрос, пожалуйста, обращайтесь, я всегда с вами на связи. Ну и, наверное, давайте для вдохновления, для начала поставлю видео нашего курорта, чтобы вы посмотрели вживую, как оно может выглядеть. Я надеюсь, вам его будет видно, а главное, слышно. Короткое видео у нас, надеюсь, вдохновили вас на продажи Греции этим летом, поскольку все возможности для этого есть. И уже с перелетами мы с вами разобрались, да, как можно наших туристов отправить, в частности, на Крит, да и в целом, в общем-то, все хорошо, жизнь у нас продолжается, мы с вами продолжаем работать, продолжаем встречать наших туристов на Крите. И сейчас я бы хотела тогда перейти к презентации. Угу. Напоминаю, да, что если возникает вопрос, вы можете либо поднять руку, вот есть у вас такая внизу кнопочка руки, и написать что-то, либо просто сразу ввести в чат ваш вопрос. Я вот периодически буду сюда заглядывать и уже отвечать на ваши дополнительные вопросы, если вдруг что-то там не упомяну. Ну, а мы с вами сегодня будем разговаривать о курорте Дайсков. Это роскошный пятизвездочный отель класса люкс, который расположен на острове Крит. Ежегодно получает всевозможные премии в туристической сфере. И одна из последних – это отель, греческий отель и лучший, естественно, с виллами, который мы получили от премии World Travel Awards, такая знаменитая премия в сфере туризма. Вы сейчас поймете, почему же именно лучший греческий отель с виллами. На самом деле в отеле 40 вилл со своими частными бассейнами, с морской водой и с подогревом. И в целом эти виллы, они очень приватные. Собственно, это, наверное, одно из самых больших количествах вилл на территории одного курорта в Греции, в принципе, да и в Европе в частности. Ну вот, заслужили мы такую награду. Что касается расположения, мы находимся на острове Крит, и город прилета – это Ираклион, международный аэропорт. От аэропорта в 65 километрах мы находимся, в регионе Илунда, как вы знаете, наверное, один из самых фешенебельных и роскошных регионов острова. И в целом, да, вот эта вот часть, там, где находится Илунда, город Агиос Николаос, он такое сосредоточение
лучших пятизвездочных роскошных отелей. И мы, соответственно, среди этих отелей также находимся. Но помимо того, что мы находимся в этом регионе, который расположен в заливе Мирабелла, вот если вы, я сейчас вам покажу указкой, если вы посмотрите, да, на карту того острова, то видно, что это такой вот как бы залив, такой достаточно большой, но сам Dyea's Cove расположен еще и в своей частной бухте. Таким образом, мы вдвойне защищены от ветров, которые могут возникать, потому что все-таки остров, да, и находится в открытом море. И плюс, если этот ветер приносит волны, у нас также к нам они не доходят, поскольку мы, опять же, в своей частной бухте находимся, и у нас всегда тишь да гладь. Ну, а что касается приезда к нам, то это можно сделать либо на индивидуальном трансфере на машине, либо на вертолете. У нас есть своя вертолетная площадка на территории курорта. И, кстати говоря, на вертолете также можно и улететь, например, до близлежащих островов, скажем, Санторини. Улетели, экскурсию провели, или провели весь день, или даже с ночевкой, и, соответственно, вернулись в отель к нам непосредственно на территорию, то есть не нужно будет никуда дополнительно выезжать. Очень популярный вот такой вид у нас перевозок. Ну и что касается наших таких самых главных пунктов курорта, это то, что у нас 40 вилл, как я уже говорила, да, все они частные, приватные. В целом в отеле 290 номеров, из них большая половина, а именно 165 номеров, имеет свои частные бассейны с морской водой, и все они с функцией подогрева. Вот у вилл, например, подогрев, он уже включен в стоимость проживания, а у всех остальных номеров это услуга за дополнительную плату. Кроме этого, у нас нет ни одного стандартного номера, то есть я имею в виду, что название «Double» у нас в принципе отсутствует в ценовой сетке. Мы начинаем наше название сразу от номеров категории «Deluxe», поскольку все номера у нас имеют достаточно большую площадь, и самый маленький номер – это 42 квадратных метра. Кроме этого, из всех номеров у нас потрясающий и совершенно прямой вид на море. Ну и, конечно же, поскольку мы открылись только в 2010 году, то мы достаточно молодой и, кроме этого, модный очень курорт, вы сейчас поймете это, когда я дальше буду показывать всю нашу инфраструктуру. Соответственно, 13-й сезон мы всего лишь работаем, для отеля это, в общем-то, не срок. Вот такая схематичная фотография нашего курорта. На ней вы можете увидеть, как расположены номера и инфраструктура. Здесь с вашей левой стороны все, что вы сейчас видите, это номера. То есть, соответственно, сразу понятно, что все номера имеют вид на море. И первая линия, которую вот я специально выделила здесь с названием Waterfront One Bedroom Villas, это 11 вилл с одной спальней, которые стоят друг за другом. Но опять же, сохраняется полнейшая приватность у всех, у каждой виллы. И здесь дополнительная привилегия у данных гостей, которые выбрали этот вид проживания, есть выход к вот такой небольшой дорожке, которая ведет вдоль моря и по которой можно добраться до пляжа, пройтись пешочком и, соответственно, назад вернуться к себе в виллу. Также, что касается перемещения, мы предлагаем несколько вариантов. Ну, во-первых, да, пешком, опять же, никто не отменял. Понятно, что в жару не очень хочется, и это, в общем-то, и не нужно делать. У нас есть дополнительные для этого сервисы. Но, тем не менее, поскольку территория курорта – это 35 гектаров, то, соответственно, если утром или вечером позволяет погода, можно пройтись, прогуляться по территории. Кроме этого, естественно, есть услуга электромобилей. Их можно вызвать из любой точки отеля, включая и номера, и пляж, и рестораны, и бары, и ресепшн. И сотрудники наши приедут на электромобиле за гостями, довезут туда, куда необходимо. Также есть вариант перемещения на фуникулёре. Вот я сейчас с указателем показываю, это вот такая вот две линии. Здесь мы предлагаем большие прозрачные лифты, которые курсируют в течение всего дня без остановки, вверх-вниз. То есть несколько есть у них пунктов, где их можно вызвать, как лифт вызывается кнопкой. И, соответственно, далее
гости едут туда, куда им необходимо, потому что если они едут от ресепшн, по пути фуникулер может делать еще несколько остановок напротив ресторана, напротив основного главного бассейна, и, соответственно, конечная точка – это пляж. Есть еще один фуникулер, который находится наверху для того, чтобы гостям, которые едут, например, либо парковку, вот у нас тут расположена, там же, кстати, расположена вертолетная площадка, либо тот, кто живет вот на этих вот высоких этажах, соответственно, добираются сюда на фуникулере замечательно сами, если не хотят вызывать электромобиль. Ну, а что касается вот этого здания, которое вы видите выше пляжа, это наше основное здание с инфраструктурой. То есть у нас номера, соответственно, все в одной части, а инфраструктура отеля расположена посерединке нашей бухты. Здесь находятся ресепшн, рестораны, бары, детские клубы, спа-центр, главный бассейн, ну и, соответственно, нижняя точка – это бар на пляже, ресторан и сам, собственно, пляж. Чуть поподробнее об этом всем. Повторюсь, что все бассейны у нас с морской водой, и все они с функцией подогрева. Главный бассейн, он подогревается в течение всего сезона. Сезон у нас начинается с апреля и заканчивается концом октября. В этом году мы даже до 4 ноября работаем. У бассейна есть секция детская и есть еще отдельный бассейн Adults Only, только для взрослых гостей. Ну и кроме этого есть два крытых бассейна в спа-центре, о котором я расскажу чуть попозже. Напоминаю, что бассейны у вилл, они подогреваются бесплатно, у всех остальных номеров за дополнительную плату. Наш замечательный пляж с песчаным входом в море и заходом, и, конечно же, в принципе, он сам песчаный, с лежаками, зонтиками, полотенцами, которые предоставляются бесплатно нашим гостям. Кроме этого, полотенца не надо нигде брать, не надо их носить, не забирать с собой, поскольку это все делают наши сотрудники. Когда гости спускаются на пляж, сотрудники, соответственно, подходят уже с полотенцами, расстилают их на лежаки и дают дополнительные, если это необходимо. И, соответственно, обслуживание на пляже, оно тоже в течение всего дня происходит. Что касается питания в нашем отеле, то у нас есть два вида. Это полупансион и так называемый Residence Club, или, как мы это еще называем, привыкли, да, таким словом, все включено, но здесь у нас все включено класса люкс или по а-ля-карт меню, кому как больше нравится это называть. Это, наверное, уже теперь стало больше основным питанием в отеле, поскольку на полупансионе у нас осталось всего две категории номеров, которые мы предлагаем. Я вам чуть попозже о них поподробнее расскажу. Но вот хотелось бы сейчас остановиться на данном виде питания или сервисе Residence Club. Что это такое? Сюда, естественно, включается завтрак, обед и ужин. Завтраки мы предлагаем в трех ресторанах курорта. Один из ресторанов – это шведский стол и два а-ля карта. Далее обеды и ужины в 5 ресторанах а-ля карт на выбор, то есть мы не ограничиваем гостей в выборе, гости могут ходить в любой из понравившихся а-ля карт ресторан как на обед, так и на ужин, хоть каждый день, хоть через день, в общем, у нас нет никаких ограничений. И есть еще, соответственно, 6-й ресторан шведского стола, где мы предлагаем поужинать, то есть можно там позавтракать и также поужинать, на обеды он закрыт. Кроме этого, во всех наших ресторанах есть детское меню. Соответственно, гости с детьми могут всегда найти что-то специальное как для маленьких детей, так и для детей постарше. И, конечно же, есть wellness-меню для тех, кто следит за питанием или придерживается какого-то особого вида питания. Все это есть в наших а-ля-карт ресторанах. Ну, конечно же, напитки. Алкогольные, безалкогольные, разнообразные коктейли, свежевыжатые соки, прохладительные напитки. Это все включено в сервис Residence Club. Кроме этого, винная карта, например, у нас состоит из более чем 250 этикеток или наименований, которые включают также французское шампанское «Вдова Клико», то есть это без дополнительной оплаты. В принципе, во всех ресторанах, когда ваши туристы будут приходить в а-ля-карт, у нас нет отдельного меню для Residence Club. Каждое меню в каждом а-ля-карт ресторане, оно является основным и единственным. Единственное, что
как могут гости понять, что включено, а что нет, будут некоторые позиции из еды или напитков отмечены звездочкой, что, например, там Дон Периньон, он не будет входить в Residence Club, соответственно, он будет со звездочкой, а вдова Клико, она входит, она будет без звездочки, то есть очень просто все и легко. Конечно же, если гости хотят что-то заказать из меню то, что не входит в Residence Club, это можно сделать, они просто за это потом дополнительно доплатят при выезде. Ну и очень важно, всегда вот это, на это внимание обращаю, да, что в нашу концепцию Residence Club входит круглосуточный рум-сервис без дополнительной оплаты. Гости могут заказать себе в номер все, что они хотят из меню рум-сервиса, начиная с утра, заканчивая поздним вечером или даже ночью, да, потому что он у нас круглосуточный, а также мини-бар, который пополняется ежедневно при необходимости, если гости оттуда что-то брали, и он тоже без дополнительной платы. Вот это важно, да, потому что это, в принципе, не так часто встречается в системе All Inclusive. Поскольку уже начали, да, про рестораны, в целом на курорте у нас 7 ресторанов и баров, я бы хотела сейчас вам именно сделать акцент на том, что нового в этом сезоне у нас предлагается, а это как раз касается вот некоторых баров и ресторанов, которые мы предлагаем на территории курорта. Мы этой зимой полностью обновили наш основной бар, который называется Crystal Box. Он начинает работать с утра и заканчивает поздним вечером. Там мы как раз, как правило, проводим наши музыкальные вечера. Это могут быть вечера с диджеем или живой музыкой. И, соответственно, там очень большая коктейльная карта и винная карта в том числе. Ну, конечно же, крепкие напитки тоже есть, и они, кстати, тоже входят в программу Residence Club. Вот две новые фотографии с вашей левой стороны, сверху и снизу, это обновленный наш бар основной. А рядом фотографии сверху и снизу, это обновленный вход в отель. Его мы также переделали этой зимой, и гости, которые приезжают к нам ежегодно и приехали уже в этом сезоне или еще приехали, они, соответственно, вот увидят новый вход, новую дверь дубовую, которую мы поставили, и далее они попадают на ресепшн, который также мы обновили этой зимой. Кроме этого, мы обновили один из наших а-ля-карт ресторанов, ресторан «Таверна», это греческая и критская кухня. Полностью был переделан дизайн и стал, конечно, более таким современным, с последними новинками в сфере дизайна. Вы сейчас можете видеть эти фотографии наверху. А внизу, в продолжении данного ресторана, поскольку это все находится на одном уровне нашего основного здания, мы возвели новый ресторан с названием «Ро». «Ро» — это греческая буква алфавита. Но, тем не менее, тут небольшая игра слов произошла, поскольку меню в данном ресторане – это еда в стиле ро. Это такое сыроедение, да, то есть свежее мясо, рыба, овощи, фрукты, и все это будет в такой минимальной термической обработке. И вот, соответственно, этот ресторан мы предлагаем для гостей старше 14 лет. Ну, соответственно, да, по меню понятно, что здесь не всем детям может понравиться. И данный ресторан работает только на ужин и, конечно же, тоже включен в сервис Residence Club. То есть гости его могут выбрать себе на ужин. Это вот были такие новиночки, которые мы подготовили для гостей в текущем сезоне. Ну, а что касается дополнительных развлечений дневных, например, да, то это кулинарная школа, в которой мы предлагаем провести либо мастер-классы по приготовлению, скажем, греческих блюд, либо провести дегустацию вин или греческого масла, греческих оливок, греческого сыра. Все это можно сделать здесь. И такие дегустации или мастер-классы как минимум раз в неделю входят в дневную развлекательную программу для всех наших гостей, которые мы специально составляем еженедельно, и, соответственно, гости могут посмотреть, когда эти мастер-классы будут проходить, и к ним присоединиться. Это будет абсолютно бесплатно. Если гости хотят что-то индивидуальное и для себя, или для своей семьи, или компании, тогда это будет уже обсуждаться с нашими сотрудниками и уже дальше за дополнительную плату. Кроме этого, из того, что такого уникального мы еще можем предложить на территории курорта, это то, что наш ресторан а-ля карт под названием Ocean является первым рестораном в Греции, которым управляет компания знаменитого французского шеф-повара Алена Дюкаса. Он ежегодно уже несколько
лет подряд составляет для данного ресторана собственное меню, которому обучает наших шеф-поваров перед открытием сезона. И далее уже приезжает несколько раз в течение сезона летнего к нам на курорт, чтобы проверить и удостовериться в том, что мы все правильно делаем и все его технологии соблюдаем. Соответственно, да, этот ресторан под управлением вот такого именитого шеф-повара. Также у нас предоставляется во всех а-ля-карт ресторанах чайная карта от компании Lalani. Это эксклюзивный индийский чай, который является официальным поставщиком чая в Букингемский дворец. То есть вот такой чай тоже можно у нас на территории попробовать. Ну и что касается дальнейших дневных развлечений, да, это может быть уже спорт, это и тренажерные залы, как внутри в нашем wellness-центре, так и под открытым небом. Например, BXR London нам предоставил такой вот свой спортивно-боксерский зал под открытым небом. И это, кстати говоря, один из элитных боксерских клубов британских. И его тренеры из этого клуба приезжают также к нам на курорт несколько раз в сезон для того, чтобы лично провести тренировки для наших гостей. Также есть возможность позаниматься водными видами спорта. Их у нас большое количество. У нас есть своя водная станция на пляже. И есть возможность заказать морские экскурсии или прогулки, или просто арендовать себе яхту, катамаран, лодку для того, чтобы провести эти морские прогулки. И, конечно же, есть еще возможность позаниматься подводным плаванием. Также инструктора и все оборудование необходимое у нас имеется. Есть два теннисных корта на территории курорта, где также можно и в большой теннис поиграть. Ну и wellness-центр, который называется Kipos by GoCo. Это греческое слово «Kipos», которое означает «оазис», даже древнегреческое. Мы данный wellness-центр переделывали в прошлом году абсолютно полностью, всю территорию в 2500 квадратных метров. И сейчас это такое больше оздоровительный центр, или да, wellness, или холистический, как сейчас тоже очень модно произносить это слово, который больше нацелен на оздоровление организма человека, чем на просто процедуры на лицо и на тело. Хотя, конечно же, они у нас тоже имеются. Мы проводим их на двух косметиках. Это Comfort Zone и 111 Skin, это европейские косметики, меню которых мы предлагаем у нас на территории. Помимо этого, мы предлагаем сделать витаминные инъекции, предоставляем возможность проверить полностью организм, то есть сделать чекап организма с помощью 3D-сканера, который также есть на территории данного wellness-центра. Есть специальные, были привезены специальные медицинские камеры, оборудование, это криокамера, камера гидроколонотерапия, барокамера. И, конечно же, это все под наблюдением врача, который находится на территории курорта. Только после специальной консультации с ним и только после прохождения определенных тестов наш врач, который сидит у нас постоянно и круглосуточно, может назначить или порекомендовать, или наоборот не порекомендовать те или иные процедуры. То есть вот как раз вот эти замечательные медицинские камеры на ваших экранах. Кроме этого, если кто-то не хочет прям углубляться, да, сильно в оздоровление на территории курорта, мы можем предложить также еще и просто посетить наши многочисленные сауны. У нас есть и паровая сауна, и сухая сауна, и хамамы, и даже инфракрасная сауна. Кроме этого, крытые бассейны, и есть такой бассейн Vitality с обогащенными витаминами водой. Есть залы для занятия фитнесом, йогой, пилатесом и даже аэро-йогой. Вот на предыдущем слайде был этот зал, который вот вы видите сейчас внизу с правой стороны. Да, вот эти вот специальные подвешены у нас к потолку ткани, на которых мы проводим аэро-йогу. В общем, масса возможностей для того, чтобы приятно провести время в wellness-центре или даже еще и с пользой для здоровья. Ну и, конечно же, невозможно представить греческий отдых или греческий курорт без детей, да, поскольку все-таки это Греция, в принципе, семейное направление. Поэтому мы на территории курорта Дайсков делаем максимально все возможное
для того, чтобы нашим гостям было комфортно проживать с детишками, начиная уже от самого раннего возраста. Да, вот, например, ясли мы предлагаем для детей от 4 месяцев до 4 лет. Далее детский клуб для детей от 4 до 12 лет. Он у нас под управлением британской компании Worldwide Kids Company. Я думаю, что вам хорошо уже известна эта компания, поскольку лучшие 5-звездочные отели в Греции, как правило, выбирают сотрудничество именно с ней. И есть, вот вы сейчас видите, да, на фотографиях, есть как внутренние помещения, так и игровая площадка под открытым небом для наших детей. Конечно же, в течение дня с детьми в детском клубе занимаются специальные педагоги, которые не просто так за ними наблюдают, а постоянно какие-то придумывают программы в течение дня. По вечерам обязательно мини-диско каждый день. Есть отдельная комната для подростков для возраста от 12 до 16 лет. Там у них уже свои игры по интересам. Там и стоит и электронные игры, приставки, бильярд, аэрохоккей. То есть всем этим можно воспользоваться и провести также досуг своих подростков. Ну и, конечно же, все необходимое оборудование для того, чтобы комфортно пребывать в номере у себя для детей, мы предоставляем, и предоставляем это абсолютно бесплатно. Например, это радионяни или подогреватели, или стерилизаторы для бутылочек, горшки, стульчики высокие для кормления, коляски тоже даем, коляски-трости, да. Все это у нас имеется. Если необходимо заранее что-то поставить, пожалуйста, с удовольствием я это все сделаю, если вы мне об этом напишите, попросите. Либо гости ваши, туристы на месте могут попросить что-то из необходимого им предоставить, это мы все принесем. Ну и, конечно же, врач тоже у нас на территории постоянно дежурит, не тот, который в wellness-центре, это два разных человека абсолютно, да, чтобы не отнимать время у специалистов wellness-центра, то у нас есть еще и отдельный кабинет врача, где он находится для того, чтобы, если необходима помощь, да, какая-то или просто консультация, то с детьми особенно, например, да, то вот этот врач у нас работает для всех наших гостей. И, кстати говоря, про персонал, да, во-первых, он есть и русскоговорящий как в детском клубе, так и в целом на территории курорта, и возможность есть индивидуальную няню заказать, в том числе и русскоговорящую. Ну, а что касается еще дополнительных мероприятий, вот, в принципе, про дневные я вам уже рассказывала, да, ну, а по вечерам мы, конечно же, как и музыку живую предлагаем нашим гостям, так и диджеи, которые приезжают, играют свои сеты, и даже вот пляжные вечеринки, это вот все наши фотографии наших прошедших вечеров, которые были в прошлом или позапрошлом сезоне, мы вот устраиваем такие вот, видите, даже с фаер-шоу, с размахом такие вечеринки, для всех наших гостей могут прийти и на пляже к ним присоединиться. И также несколько лет подряд мы проводим такие кулинарные путешествия, мы это называем, серию ужинов, которые готовят именитые шеф-повара со всего мира. Большинство из них обладатели звезд Мишлен. Есть специальное расписание всегда на нашем сайте, когда какой шеф-повар к нам приезжает и соответственно, проводит свой ужин. Это уже отдельные а-ля карт ужины, составленные специально этими шеф-поварами в сопровождении с винными напитками или там, другими алкогольными напитками. Но здесь уже будет своя цена, то есть за дополнительную плату. Даже если гости живут на Residence Club, здесь нужно будет дополнительно оплачивать этот ужин, поскольку все-таки это ужин с мишленовским шеф-поваром. Ну и уже мы теперь с вами переходим к номерам. Если по инфраструктуре основной нет дополнительных вопросов, да, я смотрю, в чате ничего такого не появилось. Угу. Тогда я также вкратце, да, потому что если необходимо, вы, пожалуйста, мне по моим контактам, которые будут на последнем слайде, пришлите запросик, я вам с удовольствием пришлю и руководство по продажам, в котором у нас есть полное описание всех категорий номеров, включая схемы этих номеров, включая размещение максимальное и площадь номера. Соответственно, я вам такую вышлю в электронном виде, книжечку, да. Если необходимы фотографии профессиональные наши, у нас есть отдельная своя онлайн-галерея, я с удовольствием предоставлю вам доступ. Там же есть и видео, и в частности то, которое мы с вами вначале смотрели. Прекрасно, разместим, да, замечательно.
благодарю вас. Но, тем не менее, в любом случае обращайтесь, я всегда вам рада, и я, в общем-то, для этого здесь и нахожусь, да, чтобы вам быть полезной. Но что касается размещения, значит, номера категории Deluxe, вот первые две, которые вы видите на данном слайде, Deluxe и Deluxe Individual Pool, это две начальные категории, и это единственные категории, которые мы предлагаем на питание полупансион, то есть завтрак и ужин. Все остальное, все, что уже начинается с номера категории Deluxe Junior Suite и далее, соответственно, по списку, да, заканчивая самой большой виллой The Mansion, они уже идут на питание Residence Club. Очень важно, что на территории курорта, когда ваши туристы приедут, например, забронировав обычный Deluxe и захотят поменять, скажем, свой тип питания, за Residence Club у нас доплат не предусмотрено. Это нужно будет менять тип номера, например, на следующий, да, там ближайший, на Deluxe Junior Suite, что, как вы понимаете, практически невозможно сделать, особенно в высокий сезон, июль и август месяц. То есть, ну, категории комнат просто может таких уже не быть, и, соответственно, мы не сможем удовлетворить запрос нашего гостя. Поэтому лучше сразу заранее решить, как ваши туристы хотят проживать. Хотят проживать на все включено, тогда сразу, да, бронируем ту категорию комнаты, или на полупансионе, а потом за все, соответственно, доплачивать, тогда уже нужно будет с этим согласиться. Так, вижу вопрос от Михаила. Из делюксов делать коннект. Вы знаете, у нас такого нет. Конечно, иногда наши гости или вы, да, просите нас, чтобы были максимально номера рядом. Мы об этом помним, мы максимально стараемся удовлетворить все ваши запросы. Но коннекты, если делюкс плюс делюкс, это есть такая отдельная категория комнаты, которая называется премиум сьют. Мы вот эти вот два делюкса в свое время, после уже открытия отеля, через несколько лет, мы их соединили, сделали, естественно, через стенку дверь, назвали его «Премиум Сьют». У него два входа со стороны коридора, два выхода на балкон, а балкон один. Соответственно, если из одного выхода вышел, да, зашел в другой, это можно. Две свои ванные комнаты изолированные и, соответственно, две спальни. То есть одна будет полноценная с большой кроватью king size, вторая будет с такой интересной итальянской системой, когда диван превращается в полноценную двуспальную кровать, которая выдвигается из стенки. Вот, это вот гарантированный коннект, да, у которого есть межкомнатная дверь, премиум сьют он называется. А если вы имеете в виду, чтобы вот просто, да, там, скажем, два делюкса забронировал или там два делюкса джуниор сьюта забронировал, они, конечно, есть рядышком стоящие, да, но не факт, что именно в день заезда вашего туриста они будут оба свободны. Надеюсь, на ваш вопрос ответила. Ну и теперь хотелось бы просто показать фотографии наших номеров, да, интерьеры, как они выглядят, некоторые вот здесь у меня подписаны, а вот как раз премиум сьют, про который я только что говорила, вот смотрите, вот это как раз я показываю, да, с левой стороны, это межкомнатная дверь, она такая, знаете, слайд-дор, то есть она из двух, выезжает с двух сторон из стены и закрывается на ключ с обоих сторон, так что если, например, родители, скажем, с детьми уже постарше едут, да, очень удобно, с одной или с другой стороны закрылся, и потом уже либо прошел через другую дверь входную, либо через балкон. И, соответственно, вот вдалеке вы видите одну из спален, это полноценная с большой кроватью king size, а вот тут у нас диван, который потом из стенки вот так вот опускается, еще полноценный матрас, и получается тоже двуспальная кровать, но она уже queen size, а не king. И здесь максимальное размещение 5 человек, либо четверо взрослых, либо 2 плюс 3, 3 плюс 2, то есть кому как удобно. Ну и, в принципе, вот стандартные, не стандартные, а вот начальные категории номеров, они выглядят по факту все одинаково, вот именно так, как сейчас вы видите на фотографии слева вверху. Это, например, Deluxe Junior Suite с бассейном, но обычный Deluxe Sea View будет выглядеть абсолютно точно так же, только не будет бассейна. То есть они все большие, они все 42 квадратных метра, плюс прилегающая терраса 8 квадратов, плюс еще, если есть бассейн или если его нет.
Вот хотелось бы также рассказать вам о разнице в названии individual pool и private pool. Private pool – это вот то, что, например, мы с вами видим с правой стороны, то есть это абсолютно приватный бассейн. Гости других номеров этот бассейн и гостей в нем не видят. Соответственно, здесь есть и терраса большая, и место для отдыха и для загара, и также помещается на этой террасе еще и обеденная зона. А вот individual pool – это будет небольшой бассейн в продолжении террасы, и вот вы видите бортик, да, который перегораживает бассейн другого номера. То есть, в принципе, когда гости находятся внутри бассейна, они видят гостей других номеров, у которых тоже есть бассейн. То есть, конечно же, это не шеринг-пул, гости друг к другу не перелезают и не плавают друг с другом, но, тем не менее, это и не приватный бассейн, да, это просто индивидуальный личный бассейн у номера. Ну, а что касается в целом начинки, так сказать, номеров, то, в общем-то, все стандартно для пятизвездочного отеля. Это и большая кровать king size, как я уже говорила, это и разного выбора подушки можно себе подобрать по мягкости, по жесткости и по наполнению, это и индивидуальный кондиционер, который работает на тепло и на холод, плазменные телевизоры с российскими музыкальными каналами, Wi-Fi во всех номерах и на территории всего курорта, ванные комнаты обязательно всегда с ванной и душевой, с мраморным покрытием все ванные комнаты. Косметика, естественно, в номерах, греческая, натуральная, тапочки, халаты, сейф электронный, индивидуальный. Все это находится в каждом номере без исключения, вне зависимости от категории. Естественно, мини-бар, который пополняется ежедневно при необходимости, да, если гости там что-то брали. Ну, в общем-то, все стандартно для роскошных отелей. Ну, вот, например, еще one-bedroom suite. Они могут быть как просто со своей огромной террасой, так и с террасой, на которой расположен бассейн. Ну, это, соответственно, уже one-bedroom suite, private pool будет. Вот у сьютов уже начинаются бассейны с приставкой private. И далее идут виллы. Виллы у нас есть с одной, с двумя или с тремя спальнями. Каждая вилла обязательно имеет свою террасу со своим личным приватным бассейном и с подогревом, напоминаю, да, у всех вилл подогрев, он включен в стоимость, подогрев у нас до 26 градусов. И все виллы, хочу сразу обратить ваше внимание, они у нас двухэтажные. Обязательно будет первый этаж, например, у виллы с одной спальней, первый этаж – это гостиная, и далее вниз спускаемся по лесенке, там расположена спальня. На каждом этаже обязательно ванные комнаты, и, конечно же, в каждой вилле есть еще и плюс своя гардеробная комната. Вы видите вот эти замечательные панорамные окна, да, из всех номеров без исключения прекрасный вид на море. В каждой вилле шторы с электроприводом, то есть не обязательно вставать утром и бежать открывать окна, чтобы увидеть этот вид. Можно просто потянуть руку к стенке и нажать на кнопку, сразу раскроются шторы, и вот гости увидят этот замечательный вид. Виллы с двумя спальнями у нас, кстати говоря, тоже есть двух видов. Это либо wellness вилла, это значит, что в вилле будет еще помимо двух спален и гостиной небольшая зона для занятия спортом. Там будет стоять тренажер, это может быть либо велосипед-тренажер, либо беговая дорожка. Также будет расположена в вилле в самой сауна на 4 человек, которая рассчитана, и большая круглая ванна, чтобы после занятий спортом расслабиться. И, соответственно, wellness-виллы, они побольше чуть-чуть по площади, они 25 квадратных метров, а виллы с двумя спальнями просто, они 115 квадратных метров. И сюда мы размещаем максимум 5 человек. Ну и, конечно же, есть виллы с тремя спальнями, их, правда, в небольшом количестве, но тем не менее они есть. Здесь мы предлагаем 3 спальни и гостиную. Здесь уже максимальное размещение либо 6 взрослых, либо там 2 плюс 4, 3 плюс 3, да, то есть, ну, как вам захочется. И самая большая вилла, которая есть на территории нашего курорта и в целом в Греции, если мы смотрим по виллам, которые находятся внутри отеля, это Dias Mansion, мы его так называем, даже особняк, да, мы говорим, а не вилла, поскольку это вот огромное такое здание, трехэтажное, это единственный наш особняк, который имеет три этажа.
Здесь у нас три спальни, отдельная огромная гостиная, отдельная кухня профессиональная, на которой могут готовить профессиональные шеф-повара. Внутренняя площадь 600 квадратов, внешняя площадь 250 квадратов. Вот вы сейчас видите вот эту внешнюю площадь, это и двухуровневый бассейн, и множество зон для отдыха, расслабления, и зона для обеда, там стоит большой стол, рассчитанный на 8 человек, и много вот всяких таких небольших балкончиков, на которые можно выйти просто там посидеть, посмотреть вдали, опять же, на море, посмотреть даже на Агиос Николаус, который, кстати говоря, очень хорошо виден именно из этой виллы, поскольку она находится на таком месте, что вот видно еще далеко-далеко вперед, даже и Лунду немного видно. А что здесь у нас еще? Целый этаж своего спа-центра, то есть не нужно уже никуда ходить, если не хочется. Здесь у нас крытый бассейн, опять же, с морской водой и с подогревом. Здесь же у нас и тренажерный зал, он уже полноценный, то есть не один тренажер, а их несколько, все это тренажеры техно-джим. Также находится отдельно сауна, отдельно парная. То есть два варианта. Кроме этого, на этой вилле есть даже своя небольшая комната для персонала. То есть если кто-то приехал со своей, скажем, няней, да, не хочется ей предоставлять отдельную спальню или не хочется бронировать дополнительно номер простой, да, то можно ее вот разместить в небольшой комнатке для персонала, которая находится непосредственно в данной вилле. И также еще здесь у нас находится вот такой вот тоже гостиная со своим кинотеатром. Ну и вот интерьеры, вы видите, они немного отличаются от предыдущих номеров, поскольку данную виллу мы построили и открыли чуть позже, чем все остальные номера. Она у нас открылась только в 2015 году, соответственно, она самая свежая в принципе, и по дизайну она самая такая вот, вмещает все последние новинки, которые были на момент ее постройки в 2015 году. Ну вот потрясающие виды, вот то, что я говорила, вот там вдалеке виднеется у нас Агиос Николаус, то есть из этой виллы, конечно, захватывающие виды, такая она прям очень вся сама по себе фотогеничная, инстаграмная, как сейчас модно говорить. Ну и, в общем-то, если вкратце, да, то это все. Если есть вопросы дополнительные по номерам или можем вернуться к основной инфраструктуре, пожалуйста, задавайте сейчас или пишите мне, звоните. Вы видите на данном слайде мои контакты. Это электронная почта moscow@dishotels.com и телефон, который, пожалуйста, всегда при мне. Если необходим мобильный, тоже мне запросик напишите, я вам дам, поскольку все-таки не всегда нахожусь в офисе и могу и в командировку уехать в другие города или в отель. Поэтому будем общаться любым удобным для вас способом. Я в любом случае в вашем распоряжении. Благодарю вас за внимание. Вот тут про рейсы Михаил еще говорит, да, рейсы бы нам поудобнее. Но на самом деле, насколько я знаю, Евгений в начале этой недели, да, давал такую вводную информацию по возможным перелетом. И вот уже сейчас, как раз на следующей неделе, я знаю, из Еревана стартует прямой рейс на Крит на крыльях греческих эгейских авиалиний, Aegean Air они называются, то есть по факту будет одна пересадка, вам необходимо будет приобрести для туристов билет из Москвы или из другого города, да, до Еревана, и далее уже из Еревана напрямую самолет летит до Ираклиона. Это вот на данный момент, насколько я знаю, самый короткий способ для того, чтобы прилететь именно в Ираклион. Есть, конечно, другие возможности и в других частей Греции, но это уже, собственно, не про меня, потому что мой отель находится на Крите. Вот. Ну, а так, в целом, конечно, это сейчас наша реальность, к которой мы с вами уже, видимо, привыкли и должны приучить наших туристов тоже с этим жить. Вот. Большое вам спасибо еще раз за внимание. Если, опять же, да, что-то необходимо, пишите, звоните. Я вам желаю прекрасного солнечного дня и, конечно же, замечательного, продуктивного, плодотворного летнего сезона. Спасибо вам большое.